В минувшее воскресенье мы вспоминали евангельское событие, когда на горе Фавор апостол Иоанн, Петр и Иаков увидели Христа в Его божественной вечной славе. В Екатеринбурге в праздник Преображения Господня глава епархии митрополит Кирилл возглавил богослужение престольного праздника храма в районе Уктус. Надежда Калинина продолжит. Всегда, ныне и присно, и во веки. Торжественный день для Преображенской церкви и для всех ее прихожан. Их здесь множество. Только за архиерейским утренним богослужением причастились порядка 250 человек. Еще более 70 прихожан причастились святых христовых тайн за ранней литургией. Но мы уже были на утренней, на ранней, на освящение воды. Это такой святой праздник, Преображение Господне. Мы радуемся. Это как спасение нашей души. За богослужением молились и воспитанники воскресной школы, действующей при храме с 1996 года. Сегодня в ней обучаются 120 учеников. При храме также функционирует служба милосердия. В ней порядка 30 сестер, большинство из которых также приняли участие в этой божественной литургии. Мы наблюдаем, как вокруг изменяются люди, которые с нами пришли. Вот как-то мы хотели сфотографироваться, все, кто изначально вот с 1996 года... Приход пришли, и мы просто не поместились. Сначала не у алтаря, мы вышли на улицу, и нас было так много. Старинный Преображенский храм, поруганный и перестроенный в советские годы до неузнаваемости, был восстановлен трудами прихожан и благотворителей. Начиная с 1996 года здесь совершаются ежедневные богослужения, и вместе с ними и строительные, и ремонтные работы. Сегодня очень светлый праздничный день Преображения нашего Господа Иисуса Христа. Мы являемся прихожанами этого храма, любим его. У нас очень красиво тут, благодать такая Божья. Рядом с этой церковью действительно красиво. Заботливыми руками прихожан создан сад. И кажется, он тоже радуется празднику. Праздник этот выпадает на вторую половину последнего месяца лета. Период этот как очень красивый, так и особенный. Ведь к ковру из цветов и трав добавляются и плоды нового урожая. Их после крестного хода вокруг церкви осветил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. «Прими ныне принесенное от рабов твоих, протоиерея Николая и прихожан святаго храма сего, вечных твоих сокровищах возложитеся сим сподобие». Этот день в народном календаре называют второй или яблочный спас. Принято освящать плоды нового урожая. Их прихожане принесли на праздник. Это праздник великого света Божия, изливающего на человеческий род. И, конечно же, для нас с вами это то стремление, которому вся наша жизнь должна уподобляться от самого последнего своего сознательного вздоха до самого первого, до самого последнего. И поэтому мы сегодня торжествуем эту славу Божию, как славу человека, который может достичь великого, великого совершенства. В завершении праздника митрополит вручил благодарственные грамоты прихожанкам храма, в честь которых было пропето слово «аксия», что значит «достойное». Аксия! 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 Аксия!